Туапсинском районе на автодороге Майкоп-Туапсе произошло дорожно-транспортное происшествие. В районе 15 часов 20 минут несовершеннолетний водитель автомобиля Toyota не выбрал безопасную скорость для движения, допустил выезд на полосу, предназначенную для движения транспортного потока встречного направления, где встретил столкновение с автомобилем Fiat. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил 14-летний водитель автомобиля Toyota, а также два несовершеннолетних пассажира автомобиля Toyota. Тяжесть последствий повреждений которых обусловлена неприменением ими ремней безопасности. Также в ходе проверки установлено, что водитель и пассажиры автомобиля Toyota являются местными жителями.